стихии. Да. Добрый день всем. Сегодня у нас какое число? 24, да? 24 сентября. У нас пасмурно, но в принципе нормально тепло. Люди даже купаются. Поехали. Посмотрим, что там на море. Такая красотень. Кстати, вышел наконец-то Hero 5. Как только появится в продаже, буду брать ее, ждал. Там есть такая прикольная фишечка, как палка стабилизации, что ли. Я пока так поверхностно посмотрел обзор. По идее, когда видео буду снимать, оно так не должно будет трястись. Он гуляет, очень много людей. Сегодня гораздо больше, допустим, чем вчера. Ну, я опять в обуви, потом после этой съемочки еду в ЗАГС. Что-то тоже надо сфотографировать красиво. Сейчас, кстати, вроде как дождь собирается. Тучки, облака висят, тут усиливается ветер. Не знаю, как она там погода будет дальше. О, чайка. Ну, кстати, видите, уже все. Люди не ходят, пляж практически не убирается. Всем все равно. Что-то прохладно. Повеяло. Да, вон дождь уже идет. Это когда прям благовещенка. Походу где-то над Витязевом тоже собирается пойти. Море чистенькое, красивое. Вон, кстати, насчет купающихся, если я просто когда подошел, их было гораздо больше. Где он? А вот нырек. Ныр. Ой, вон, смотрите, сколько людей еще купается. Здесь, наверное, у меня прогулочная зона. Так много их. Такая чистенькая водичка, волны выносит. В общем, вот такой вот видеоотчет. Море, красота. Сейчас водичка придет, потрогаю. Ай-ай-ай-ай. Ну, водичка, в принципе, тепленькая, хорошенькая, нормально, купаться можно. Сегодня разбирал один из объективов своих, все ногти себе пообломал. Жесть, аж щипит теперь от соли. В общем, у нас вот так вот, вот все красиво, интересно. Можно приезжать гулять, кто-то приезжает, купается. Обещают еще в октябре теплые дни. Ждем во всех гости. Хорошего всем настроения. Подпишитесь на мой канал, буду вам признателен, благодарен. Пишите свои комментарии, также буду очень рад на них отвечать. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. Пока-пока.